Нам нужно найти и подготовить этот план, и положить этот план на стол в течение этих месяцев. У нас не так много времени, потому что у нас много убитых и раненых как на поле боя, так и среди мирного населения. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годы. Поэтому мы хотим приготовить этот совместный план и положить его на стол на втором саммите мира.